şahsım mana yuvaşkin cen pürümletse kalama uyduruş. Ebe çok lajıkladım. Çavaş kalıgın истории бе, ударлыги бе, складывается. Паянова в Академии Бундебшанкурсе. Геннадий Мистафаев Ритилбит, МЖ конференции Дебуна. Я будем лет 7 Николама Булдарат, Мельлер и Дузем, Праши, Паян, Пирин, Пирин, Ослуга, Пирин, Науку, Мунче. Премьер же, ну, май, штук сахалашный день. Топонимик, иди мне он, Анатолий Иванов-то, Кушларин, Искендеров-то, Епала Дузах выдам, Чернов-то, Чернов Прасагаре, Паймали Кенга, Цыбенков, Езиде, Топаними, Идем Зимбе, Аксар Алексей, да, Тяпкин Тимирде, Милютин даже Бергегаларе, Унан, да, Термин Зимбатне Бурзалегет, Лев Капкин, да, и Сусаем калашны битлара. Топонимия, ну май шина интересный деречь. Широкан пиди ну май, шана шуда изе. Ирты шуда кухынже и бир. Топонимия энциклопедии шинжин. Отчет шайла витлерымер. Я на русском скажу, что был Токмаков, давно мне известный ученый. Ленинградский тоже слушал. Мы на прошлом годичном собрании Академии и Союза краеведов. У нас такое итоговое общее собрание называется годичным собранием. Не годовым, а годичным собранием. Мы обсудили насчет составления энциклопедии чувашской топонимии. Чувашской, там разговор был. Топонимика Чувашской республики. Но мы предлагали еще вообще чувашский топоним на карте мира. Обильный материал. Удивительно обильный материал. Вот имейте в виду, все топонимисты, вам надо, как геральдистам, собраться вместе, вначале просмотреть всю эту литературу, диалектологические, топонимические выпуски, скажем, хотя бы Корнилова, Яшкаролинского, потом Ахмедзянова татарского, посмотреть, что они говорили, и потом уже двигаться. Я понимаю, когда молодой человек впервые вступает в какую-то тему, ух, у него душа взлетает, он такие открытия делает. Такие открытия, вроде которые... Меня, да? Вроде тебя, да, вроде вас. Но они на самом деле от науки немного далеки. Потому что уже они обсуждены, они уже научно обоснованы. Спорить с ними, пожалуйста, если можешь доказать. Вот это предложение, это топонимистам сейчас серьезно надо взяться, и это продуктивная тема, нужная, востребованная, продуктивная тема. Встречаемся в среду, каждую среду, 208 кабинет, 5:30, 17:30. Вот вам, что сказали, сбор материала. Теперь другая тема, не столько спор. Болгары мы, сувары мы, чуваши мы, не эта тема. Сейчас стоит вопрос, это более-менее уже все решено, там можете спорить до конца жизни. Вы сторонники этой теории, вы сторонники третьей теории, а всего их 11 теорий было, пока зафиксированы энциклопедии чувашской. Занимайте любую позицию на баррикаде, пожалуйста, стреляйте друг друга умными доказательствами, это не возбраняется. А интересующиеся чувашской наукой, именно древние корни. Мухаммеденов или кто там, Хайлединов, пишет там, что вообще чуваши здесь были испокон веков, а потом раз взяли и ушли за Кавказ. Нет. О, прямо в учебнике. Пишет, я сам читал. В учебнике. А мы все толкуем оттуда, или напрямую через Анталию. Так, у нас время вышло, 201-й, поднимите, пожалуйста. А что, завершу, на этом кончается, секунду. То есть, проблема изучать древние корни. Тополингвистика первая, археология. Надо начинать. Единственный доклад у Цыпленкова был практического
плана. Теории, когда мы переворачиваем, что уже написано, там малопродуктивно. Все-таки, как Федор Мадрус, как Цветков, надо быть на местах и изучать истоки, фактические материалы. Так у нас журнал выходит в Академии, надо заказать статьи. Я, например, предлагаю обзоры, научные обзоры трудов Льва Архипова, научные обзоры трудов Тафаева, у него так много книг. Академические историки ругают, противовес даже не участвует в наших круглых столах. То есть нам каким-то образом надо полную, такую обоснованную, обзорную оценку давать этим трудам. Ну а для этого надо знать много. Теперь Юхма много у нас проводит. То теперь что положительного, что отрицательного? Вот надо Академии это заказать. Просто так, такой, за такой трудный, большой объемный труд никто не возьмется. Обещать печатать в журнале по заказу, помогая литературой. Тафаев, скажем, сам предоставит, вот книги, можно даже интервью с ним брать, что, почему он отставит эту точку. Вот это будет полезно, второй шаг. Ну, раз гоняют, нам не дают работать. В общем, организационная часть для Академии сейчас важнее для выработки научных позиций. Правильно? 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 Правиль